Здравствуйте, меня зовут Смирнова Мария, мне 20 лет. Я учусь в Тверском государственном университете по специальности юриспруденция. У меня множество увлечений. Одним из моих хобби является изучение иностранных языков. Я владею английским и получила сертификат университета Кембридж. В данный момент я изучаю китайский. Помимо этого, меня завораживают дальние страны, и я люблю путешествовать. Также я склонна полагать, что девушка должна быть красивой не только снаружи, но и внутри. Поэтому я люблю самосовершенствоваться с помощью чтения книг. Я решила принять участие в конкурсе, чтобы победить и использовать титул во имя благих целей.